Всем привет, канал Ирина Цветики. Сегодня мы в Леруа, город Краснодар, улица Новороссийская. Ну, вот так незаметно, что большой завоз орхидеек, но что-то новое есть. Я решила поснимать. А вот такие темные, с белой окантовочкой, вот. В другом Лерое я искала, меня попросили купить вот типа такого цветочек, только там больше белого. Вот он. А вот. И я вот заехала и смотрю, здесь появились, да. С такой изморози. Ну, красивый, яркий цветочек. Сегодня они вот еще 98 рублей стоят. А вот такой акрик, по-моему. Ну, его морковный пирог, и африк, и еще как-то называют. И африкана я видела. Ну, в общем, то, что гора бывает. А вот розовый очень крупный, тоже как-то я его долго искала, что я его мутяю. Не скажу, что это Red Leaf. Исчезли красный любой с малиновой. А вот интересно, смотрите, расцветка сиреневым таким краешком. Бордовая орхидейка. Ой, вот лепестки необычно расположены. Ну, довольно симпатичные. Конечно, вживую поярче. А вот меня спрашивали сегодня. Ну, я посмотрю еще фото Паула. Это она или нет? Я говорила, что я вроде где-то что-то похожее видела. Вот посмотрите, пожалуйста, это Паула или нет. Вот еще одна такая. Ну, конечно, сгонять за ней не ближний свет для меня, вот, например. Тоже говорит, а что вы не съездили? Я говорю, понимаете, мне 140 километров нужно преодолеть. Ну, туда-обратно, да, вот, чтобы доехать и купить. И вдруг этого цветочка нет. Просто так вот еще вытянуть, кататься, да. Ну, пока не могу себе такого позволить. Вот, сейчас все упирается в деньги. Пунш. Смотрите, какой хорошенький. Довольно такие лепесточки крупненькие. А вот розовая, ну восторг. Восторг. Крупная, блестящая. Вот такой бордовый сорт, тоже старый. Вот не могу вспомнить, как зовут. Вот что-то мне напоминает этот розовый цвет. Да, я хочу обратить внимание, когда я говорю, что что-то похожее, я не говорю, что это пенит. Конечно, это не пенит. Просто меня потом начинает шквал поправок, что это не тот сорт. Вы просто не дослушаете, что я говорю, и начинаете писать. Ну, мне не всегда обидно, но иногда надоедает. Вот тоже интересная, да, такая. Лепестки нижние висят внизу. Ну, есть и с проблемками, вот. Надо смотреть, ну, естественно, при покупке. Вот еще этот розовый показываю, который не пенит. Ну, вот те полупустые тележечки, я не знаю, когда был завоз, если честно. Ну, был праздник, возможно, был и праздник завоз. Поэтому ничего не могу сказать. Праздник мы праздновали. Тем более, что перед этим, помню, деле я ездила все время. Страшно устала перед праздником пробки. Почему-то, хотя сейчас и праздник, и не праздник. А вот здесь 758 орхидей. Ну, тут видно, что они такие потрепаны жильники. Вот корешки. Не очень. Ну, наверное, с предыдущих завозов. Потому что были, да, здесь по 700 рублей. Ну, вот они стоят. И по розеточкам, я думаю, корешки уже портятся. Наверное, их поливали. А холодная вода из-под крана еще никому. Может, человек, если будет себе ноги поливать каждый день, станет закаленным. А вот орхидеи нет. Полянка не ничек. Ну, ничего такого необыкновенного. Не увидела. Уже я показывала не раз Леруа. Такие. Ну, их, видимо, завезли немного. Вот теперь подставляют потихоньку.
действительно. Цена 933 рубля. Я вам скажу, сравнялась уже со стандартами. Что, конечно, не есть хорошо минички. Это есть минички, не всегда они приживаются. Они более капризные нужно, чтобы было и тепленько, и сыренько в то же время. Ну, тоже вот разновидность. Рыжика, морковный пирог, мне напоминаю. А может, у меня уже глаза замыли. Октопус. Октопус. Яркая лимонная рыбейка. Не стоит здесь давно. Я ее уже узнаю в лицо. Но на столе новых нет. Пойдемте еще где-нибудь по заполкам посмотрим, что есть. А тут вот совсем корней нет. Я спрятать это оценка или что это? Сейчас посмотрим. Нет, не, не вижу. Корней нет. Вот на день. Очень маленькие цветочки. Она так крупнее на день. Там она, наверное, пострадавшая. Видите, или ее роняли, или что-то. И бутоны где-то цветут. А, вот у нее беда какая. Ну, жалко было. Почему-то стала сохнуть шейка. Ну и от нее все остальное. Да, этот цветочек уже погибает, к сожалению. Вот такой нежно-розовый, сиреневый, красивый цветочек. Чем-то напоминает, расцветкой напоминает Монро. Но это не Монро, конечно. Тут 998. Крупные белые. Пульсация. Что забыла? Белая крупная шпа. И на блестит же. Не знаю, как можно не любить орхидею. Тут вот тоже такая сиреневая с перышками по бокам. Вернее, бордовая с сиреневым перышком. Здесь маленькие перышки. Ну, корни почти сухие, ну, скажем так себе. Ну, нормально. Убираться. Хотя цена уже к 1000 рублей подошла. Наверное, уже будет убираться. Так, еще имеем. А, это я с другой стороны стола зашла посмотреть, что же тут. Какое-то, не знаю, это мутация или что это. Какие лепестки нейроны. Ну, вот сейчас входит в моду уже розовый цвет. Ну, белой кубой, мне кажется, все смотрится хорошо, и белой кубой. Такой нарядный. Ну, эти бедняжки уже совсем плохо. А цена 798 рублей. Ну, 800 рублей, грубо говоря. Видно, что их убрызгали. Все вот кто-то вставил такой лимонный беленький. Вот такой там завод совсем небольшой, как вы видите. Несколько рублей. Ну как, филижечек почти, почти заполнен другими орхидеями. Вот еще один такой красавчик. Всем спасибо за просмотр. Канал Ирина Цветики. Пока-пока.